побережью США движется новый сильный ураган. Урагану Ирма присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале. Через несколько дней после того, как ураган Харви привел к огромным разрушениям в южных штатах США, к побережью со скоростью почти 200 км в час приближается новый мощный циклон, получивший название Ирма. Национальный ураганный центр США, NHC, присвоил ему 4-ю категорию по пятибалльной шкале. В течение 5 сентября ожидаются сильные ливни на Карибских островах, в частности на Пуэрто-Рико. Точного пути урагана метеорологи пока не могут предсказать, но предполагается, что к субботе, 9 сентября, он достигнет юга Флориды. В этом штате, как в Пуэрто-Рико, объявлено чрезвычайное положение. Напомним, ураган Харви наибольший ущерб нанес побережью Техаса. Стихийное бедствие привело к гибели не менее 60 человек. По материалам сайта newsgro.com.